Всем привет, всем огромный привет. Я нахожусь в примерочной магазина H&M. Аллилуйя, у них наконец-то открылись примерочные. И мы можем кое-что померить. Вы помните, я с вами ходила, бродила по H&M и показывала всякие сарафаны, вещи, там, летние, все. И вот сейчас, это было буквально несколько недель назад, и вот сейчас это все вышло на сейл, на распродажу. И почти все практически. Единственное, что размеры остались экстра-экстра large или экстра-экстра small. То есть, в общем, на себя мне было трудно что-то найти, но я нашла. Тем не менее, сейчас будем примерять. Я вам быстренько покажу, в чем я сегодня одета. Платье Зары, вот это под зебру, очень люблю его, украшения, в общем, цепи-цепи всякие, висюльки, побрякушки. И белые босоножки. А я не помню откуда. И сумка моя вечная, сумка плетеная, с которой я сейчас везде хожу и сюда. Вот. Ну давайте я вам буду показывать, что у меня с собой есть. И будем рассматривать. Вот эта, по-моему, кофта единственная, которая не на распродаже. Потому что мне надо было с чем-то взять какой-то топ. Ну она, кстати, стоит, боже, экстра смог, да? Смотри на мои глаза. Но она вроде такая не маленькая. Ну на $130 тоже недорого. Принесла я вот такой интересный жилет, джинсовый, размер extra large, 24,99. Кстати, скидки небольшие, был 35, сейчас 25, как бы, да. Он очень большой, но, знаете, мы попробуем его как-нибудь с чем-нибудь. Принесла я пиджак черный, просто такой, знаете, льняной, размер medium. Стоит он $40, был 60, сейчас посмотрю, все стало. 55% лен и 45% вискоза, между прочим, классно. Подкладка 100% полиэстер, что, конечно, не айс, но хотя бы верх уже лен с вискозой, и все это стоит $40. Вы заметили, как у нас всегда шумно? Вот в любой примерочной, в которой я нахожусь, канадцы вроде такие тихие люди, а они так орут, когда они в примерочной. Блин. Это раздражает, я не могу передать. Пардон. Значит, $29 юбка. 8 размер. Я не знаю, она на распродаже или нет. Но она висела в отделе распродаж. Я думаю, что да. Сделана она из... Вот видите, здесь хорошо, так что состав. Прямо вот здесь сверху не надо копаться и искать. Значит, 55% вискоза. Ну, а все остальное можно только догадываться. Еще одна юбка, наверное, синтетическая. Ее надо вывернуть, выкрутить. Она просто сейчас на левую сторону висит. Так, стоит $15, размер medium. И она 70% recycle полиэстер, что очень приятно, что он не просто полиэстер, а полиэстер переработанный. И оранжевая юбка, я видела ее, когда ходила, снимала вот в прошлый раз. Она была не на сейле, значит, сейчас она стоит 25, стоила 35, medium размер. Опять же, повторюсь, скидка небольшая, очень красивый размер. И у меня к ней есть свитер, который я потом принесу. Часть вещей я оставила на ресепшн там, потому что они разрешают только 7 вещей. Тут, в смысле, карманы у нее есть. В общем, застали меня врасплох. Я, на самом деле, шла совсем по другим своим делам. Заскочила в H&M, как всегда, нежданчик. Еще я состав не могу найти девушки. Я думаю, что это полиэстер. Ну, в общем, буду мерить, поищу еще. И самое главное, я забыла вам показать. Я принесла вот такие вот леггинсы кожаные. Я взяла 10 размер. Не знаю, может быть, ошиблась, может, надо было больше взять. Сейчас померяем их. Но они, понимаете, сейчас стоят $7, 6,99. У меня большие на них надежды. Так, девушки. Леггинсы, знаете, вот эти кожаные, они очень неплохо сидят. 10 размер. Мне прямо они нравятся. Вы знаете, я вам хочу сказать, что с этими, конечно, босоножками это выглядит плохо. Это должна быть совершенно другая обувь, но... Я взяла специальный пиджак этот, чтобы помериться с ними, потому как мне хотелось что-то такое объемное, большое, но он ужасно объемный. Это размер medium, представляете, какой же это размер огромный, на кого же это? Ну, я понимаю, что это оверсайз, да, все, да. Но, в общем, короче, мне пришлось одеть вниз вот эту вот вязаную кардиган, который размер экстра смол, я сейчас вам покажу, какой он большой.
потому что вот этот вырез, ну, это имеется в виду, что должен быть такой, видимо, коротенький топ. Ну, девочки, я не обладаю ни кубиками, ни прессом, ничем, чтобы носить короткие топы, но это вот имеется в виду. В общем, короче, пиджак какой-то уродливый, огромный. Я понимаю, оверсайз, но это как-то слишком. А леггинсы эти неплохие. Единственное, что, мне кажется, даже они какие-то большие. 10 размер, могли быть и поменьше. Хотя, может и хорошо. Просто их надо с чем-то объемным, большим таким свитером, которого у меня нету, который я не нашла. Сниму, полный рост. Мне кажется, это какой-то too much. Внизу узенько, сверху широко. Широко. Ну, в общем, вы поняли идею. Ну что, что-то есть в этом, правда? А мне даже это нравится. Хочу заметить, что жилет этот размер extra large. Вот этот вот пиджак был medium. И он выглядит, знаете, даже неплохо, я бы сказала, правда? Мне кажется, что неплохо. Он очень большой, но он, в принципе, должен быть такой гигантский. Не знаю, в этом что-то есть. Обувь, конечно, я подкачала, потому что с этой обувью ну, совсем ничего не смотрится. Ну, вот юбки я сейчас буду иметь, может быть, лучше, потому что вот эти штанишки, они, конечно, не очень. Ну, вот такая вот я. Странненький такой образ, но я решила изменить себе. У меня там есть платье, не подумайте. Я решила так одеться по-другому. Ну так, хипово. Вот что из этого получилось. Вот юбки я в своей стихии. Девочки, юбка неплохая. Опять же, может быть, не с этим кардиганом. Ну, кстати, кардиган экстра смол. Я хочу вам заметить. То есть, если вы намереваетесь его купить, очень внимательно подумайте насчет размера. Вот. Ну, вообще, вот мне нравится сочетание оранжевое с желтым. Яркий низ такой, немножко бледный верх. Сейчас у меня еще есть две юбки, с которыми мерить. Но, в общем и целом, мне понравилось. Совсем неплохо эта юбка. Причем она имеет карманы. У меня сверху резинка, это очень удобно. Потому что мы немножко так... Да, лучше, правда? Здесь маленькая примерочная, мне надо себя снимать вертикально, потому что я абсолютно не помещаюсь в полный рост. Это не очень красиво выглядит на видео, такие черные полосы с боков, я знаю, но так получается, что ничего нельзя поделать. Так, юбка из переработанного полиэстера, что делает ее намного более... Карманов нету, что делает ее намного более ценной. Просто не просто полиэстер, а переработанный. Мне кажется, что с этим кардиганом она выглядит намного лучше. У нее такие большие разрезы. Тоже можно его немножко призаправить. Ой, что-то не заправляется у меня, девчонки, что-то я устала. Окей, ну в общем вот такой вот лук, вот такая вот юбка, неплохая, стоит на $15, вполне себе неплохо за $15, я считаю, хоть полиэстер, она конечно мятая вся, но приятная на ощупь, она красиво выглядит, она такая, знаете, как будто шелк, как будто лук. Единственное, что очень длинная, прямо очень длинная и совершенно непонятно зачем, почему такую длину. Но в принципе, ничего не будет. Ну что, по факту, по цвету и по фасону, мне кажется, что эта юбка лучше всего подходит к этому кардигану. Ну и вообще, она такая самая симпатичная, по-моему, потому что она... Во-первых, она сделана половина вискозы, там было 55% вискозы, все остальное, наверное, синтетика, не знаю, ну, в принципе, это не так уж и плохо. И она очень симпатичная, она такая очень... женственная, пуговички, разрез, такая тру-ля-ля. И с кардиганом вполне неплохо выглядит. Сниму вам вот так, чтобы было видно. И даже мои персонажки не подходят. Видите, белая, она такая белая с зеленым. Расцветка очень симпатичная, кстати. Стоит на $25, по-моему, сейчас, или 29, что-то такое. Я даже не уверена, что она у нас в продаже, потому что, может, она и стоила 29. Ну, наверное, она стоила дороже чуть-чуть.
какая-то этикетка. А, нет, это замок. Замок только всё, конечно, что-то хочется. Ну, ничего. Так, я принесла вторую порцию одежды. Я хочу вам сказать, что вот этот свитер, он стоил $70, сейчас он стоит 20, но он экстра смол. Мы его померим. Почему он такой дорогой? Здесь написано, что у него есть какая-то часть с альпакой. И я посмотрела состав, это правда. Сейчас я вам покажу. Короче, здесь 40% альпаки, 35% полиамид и 27% шерсть. Что, в принципе, очень неплохой состав. Дальше, у меня есть такое просто черное платье. Вот такое черное платье с воланом. Мне кажется, это вискоза, но я сейчас проверю. Размер смол. Стоит оно $40, но, наверное, оно должно быть на сейле. Мне кажется, что, потому что оно висело в разделе сейл. Но мы сейчас проверим смол, но оно выглядит таким большим. И давайте посмотрим состав. Ну, в общем, я почти угадала. 55 полиэстер, 45 вискозы. Я почему-то думала, что оно все из вискозы. Так мне показалось на вид. Оно такое похоже на вискозу. Дальше вот это платье очень интересное. Значит, на вид оно такое обычное, широкое, большое, длинное, серое платье. Но здесь написано, что это pure silk. То есть это платье, сделанное из шелка. Все платье шелковое, значит, размер смол. Но оно тоже такое большое на вид. Посмотрим. И оно стоило 170, сейчас оно стоит $80, что тоже немало. Но оно шелковое. Интересно. Так, значит, состав у него, само платье 100% шелк и подкладка 100% вискоза. Хороший состав. Я вот не пойму на каком-то языке, но я так понимаю, что это 100% шелк и подкладка 100% вискоза. Дальше я принесла такой комбинезон, который стоил 70, сейчас он стоит 25. Это 10 размер. Он очень красиво сделан. Знаете, такой верх, как будто бы фрак, такие красивые отложные лацканы. Пуговицы здесь такие обтянутые шелком. И пояс, и это брюки. Комбинезон. Посмотрим, влезу я в него или нет. Состав даже не буду смотреть, я уверена, что это синтетика. И еще одно платье, мне понравился его цвет, такой золотистый, мне понравился его фасон непонятный. Тут вроде как какие-то висят веревочки, которые надо завязывать. Размер medium, боюсь, что я в него не влезу. Стоило 60, сейчас стоит 30. Посмотрим состав. Наконец-то белая этикетка, что можно хоть что-то рассмотреть на этих, черных. Ничего не видно. Итак, 59% полиэстер, 41% вискоза. Ну, такое. Могло быть и хуже, что называется. Вы знаете, что я не люблю черный цвет. Но в этом платье что-то есть. Между прочим, размер смол, хочу заметить вам. Но у него такая красивая форма. И оно так как-то красиво, как это сказать, лежит. Ткань, именно ткань. И вообще вот... Ну, немножко такая сицилийская вдова, конечно, получается, но за счет того, что большой вырез и открытые руки, оно как бы не выглядит таким мрачным. И мне очень нравится оно. Очень красивый фасон, это размер смол, еще раз повторить, по-моему, стоит $25, я сейчас проверю. Ну, красивое платье. Сниму в полный рост, чтобы было видно. Ну, вот размер смол, девушки. Что происходит, я не понимаю. Они поменяли свои лекалы или это фасоны такие оверсайзные, что я как бы влезаю в смол, оно должно быть очень широкое. Я думаю, что оно мне как раз, а на самом деле оно имеется в виду, вот как этот пиджак черный был, не оно медиум, что я в нем утонула. Ну, как бы это просто такие фасоны или это... Ну, в общем, вот такой платье. Красиво. Решила надеть очки, потому что я не вижу, что снимаю. Честно, снимаю и как в тумане. Ну, вот этот свитер, он экстра смол. Ну, вы знаете что? Я оставила это платье, чтобы просто померить как юбку. Ну, мне кажется, он такой коротенький, но мне кажется, он должен быть. Рукава вполне себе даже. И он именно вот как такой короткий свитер. Но у него прекрасный состав. Там альпака, шерсть. И стоит он $20 сейчас. С каких-то зимних запасов валяется. Но, в принципе, сейчас уже зима у нас, так что мы вполне себе можем прикупить зимний свитерок на летней распродаже. Почему-то нет. Цвет красивый, правда? И он такой приятный, такой немножко колючий, но не сильно. Я вообще не страдаю от колючей шерсти, так что, в принципе, я вполне могу
Опять же, это экстрасмол. Предполагается, наверное, что он должен быть вот такой широкий, объемный, да, или что? Я не знаю. Ну, мне кажется, что нормально с какой-то юбкой вот так вот его носить. Вполне. Даже ничего нет. Шелковое платье. Шикарное, конечно, платье. Очень длинное. Единственное, что оно прямо до самого, до подлеца, до пола. До самого, до пола. Зачем такое длинное? Ну, как все, собственно. Чистый шелк. $80. Это очень дорого, я считаю. Величина. Но это, видимо, их вот эта премиум-линейка, которая делает вещи из натуральных тканей. Красивое очень платье, очень красивый цвет. Немножко вот эта кроме неудобно, то, что нужно бюстгальтер так как-то подправлять, заправлять. Ну, есть всякие способы. Есть можно без шлейк, можно... Есть такая, знаете, штука, которая шлейки сзади так сцепляет. И они уходят. Но это на самом деле это очень красивая пройма и очень красивое платье. Я спрошу на кассе, сколько оно стоит. Может быть, оно стоит немножко дешевле, потому что ну шелк. Да, оно так красиво струится. Красиво струится, красиво лежит. Смол. Это тоже размер смол, между прочим, да? Вот оно мне нигде не мало. Нигде оно мне не мало. Длинное такое очень, его, конечно, надо будет отрезать, что жалко, но то, что есть. Комбез шикарный. Так, я пришла на самом деле ничего не покупать, а так просто пошуршать. И вот начинается, да, что называется. Он очень хорошо сел, на мой взгляд. Он очень красиво выглядит, он стоит $25, он стоил 60 или 70, что-то такое. Очень красиво вот эти вот пуговицы все. И он легкий в снимании, то есть здесь вот надо просто это все расстегнуть, здесь такая ширинка. И в принципе в комбинезонах проблема, что их очень трудно, с ними трудно, не могу вспомнить слово, ну в общем, с ними трудно иметь дело. Короче, он легко, он здесь снимается, и все. Очень красиво. Очень красиво. Хочу посмотреть, как он сидит сзади. Здесь есть зеркало, я сейчас разверну и посмотрю. Как-то так. В общем, как-то так. Плохо видно, я знаю, но мне видно хорошо. Шикарно. Вот такой комбинезончик. В принципе, этот пояс можно снять, надеть сюда какой-то другой пояс. Я так завязала, потому что он заколот этой штукой, и я не могу его ровно хорошо расправить, как следует. Но мне кажется, что он очень-очень, просто очень красивый. Немножко он небольшой, но мне кажется, что это... Ну, как бы так и надо. Он должен быть здесь такой свободный. Он не должен быть облеком. Правда? Вам тоже так кажется? И последнее платье тоже очень красивое. Я думаю, что я правильно его завязала, я надеюсь, потому что оно какое-то такое интересного, интересной конструкции. Сейчас я развяжу, вам покажу. Может быть, я его неправильно завязала. Потрясающего цвета, золотистого, бежево-золотистый цвет. Очень нежный, очень красивый. Это размер medium, стоит он $29. Стоило 60 или 70, тоже, в общем, такое длинное. Такой вайб у него 20-х годов, по-моему, немножко, правда. Очень симпатичный. Сейчас я покажу, как я его завязала. Может быть, я неправильно его завязала. Сначала так сниму в полный рост, чтобы вы видели. Ну, симпатичный, правда? С украшением даже моими как-то зачетнулось хорошо. Вообще все зачетнулось моими украшениями. И комбинезон этот, и шелковое платье, и вот это черное платье. В общем, я сегодня в тему надела украшения. Видите, какое оно? У него здесь два таких как будто бы хвоста. Я их вот так вот крест-накрест и назад, вот так назад завела, два раза обкрутила. Хотя, возможно, надо вот так завернуть, назад. Нет, не думаю. Я думаю, что это вперед. Вот так вот я завязалась, так оно и должно быть. Единственное, что, может быть, достаточно просто назад завязать, не надо делать два оборота. Сейчас я попробую. Так я сделала, завязала его сзади, просто таким хвостиком. Видимо, так и должно быть, потому что когда я обкрутила вокруг себя слишком много раз, это как-то получилось
немножко too much. Красиво, нет? Красиво. Ну что, дорогие девушки, вот такие у нас получились сегодня примерки в H&M. Я должна сказать, что есть поговорка «кончили за здравие», «начали за здравие», «кончили за упокой». Вот у нас как раз наоборот. Начали довольно-таки за упокой, кончили за здравие. То есть вначале вещи были какие-то... Я прям даже мерила и думала, зачем я все это вообще меряю. Меня не утомили, я так устала, мне было так это все не... Я думала, сейчас раскритикуют меня, опять хлама нанесла, намерила. А вот под конец вот эта группа товарищей меня прям порадовала. Вот это платье очень красивое, бежевое. И вот этот комбинезон прям такой, знаете, ух. А, платье шелковое, конечно, хорошо. То, что оно шелковое, черное, вот это платье неплохое. Свитер неплохой, в принципе, за шерсть альпака и немножко полиэстера за $20 стоил он 70. Сейчас буду думать, или все оставлю, или что-то куплю, или все куплю. Нет. Конечно, все не куплю, потому что мне очень много вещей, мне столько не нужно. Но, может быть, что-то куплю из этих вещей, посмотрю, что, подумаю, потом вам расскажу. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, буду очень вам благодарна. Жду ваших комментариев, жду ваших оценок, потому что я примеряла. Отвечаю на все комментарии, за исключением тех, которые YouTube съедает. Уж простите меня, и ничего не могу с этим поделать. И даже на критику отвечаю, если она вежливая, если она в нормальной форме высказана, то я, в принципе, очень открыта для критики. Все, привет из Канады, всем люблю, целую, ваша Дитя.